Слава Ісусу Христу! Слава Богу за те, що в цій чудовій країні, Чехії, в якій живе багато добрих, освічених людей, але більшість яких не знає Бога, слава Богу, що є християнські церкви, є відроджені, щирі християни. Нехай Бог поблагословить всю вашу церкву, і ваше життя тут, і служіння, і примножить вас, щоб в Чехії більше і більше було і українців, і росіян, і чехів, які поклоняються Господу Ісусу Христу. Прийміть щирі вітання від Києво-Святошинської церкви ЄХБ і від співробітників, викладачів та студентів Ірпінської біблійної семінарії і особисто від Ігоря Михайловича, ректора семінарії. Зараз ми звернемося до Слова Божого. Я буду говорити сьогодні на основі Слова Божого о дарі спасіння і о двох крестах в нашій житті. Прочитаємо текст Писання, записаний в посланні к римлянам в 6 главі, в 23 стихі. Послання к римлянам, 6 глава, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Бо заплата за грех – смерть, а дар Божий – вечное життя в Христе Иисусе, Господе нашим». Дар или подарок – это то, что мы или получаем, или даем кому-то незаслуженно и бесплатно. Вот в прочитанном тексте Писания говорится не просто о даре, а о Божьем даре, то есть о Божьем подарке. Этот подарок Бог дает всем людям. Начинается этот стих словами, утверждением о том, что все люди, будучи грешниками, получают справедливое возмездие – смерть. То есть по справедливости мы все заслуживаем смерть. Однако любящий Бог, который сотворил нас, искупил нас, не хочет смерти грешника, не хочет, чтобы у нас это возмездие осуществилось. И поэтому Он приготовил для нас подарок – жизнь вечную во Христе Иисусе. И мы сегодня слышали же пение про эту жизнь вечную. Братья и сестры, задумались ли вы о том, что все хорошее – что мы получаем в этой жизни, или почти все мы получаем даром. Самое лучшее, самое главное, самое дорогое в этой жизни мы получаем даром. И сама земная жизнь – это дар Божий. Бог подарил нам эту земную жизнь. Равно это относится и к вечной жизни. Вечная жизнь – это также Божий подарок, Божий дар. И вот этого многие-многие люди, к сожалению, не могут понять и не могут принять. Многие люди, желая как-то заслужить, получить спасение, они думают, что его можно или заработать, или заслужить. Вот в этом одна из причин того, что есть много религиозных ложных учений. Вот это и лжесвятители Иеговы, и адвентисты, и мусульмане, и другие – религиозные течения, сторонники которых учат, что нужно что-то делать, чтобы заработать себе спасение. Представление о том, что спасение можно полностью или хотя бы частично как-то заслужить, оно проникает и в христианскую среду. Мы можем вспомнить и католиков, и православных, которые много этому уделяют внимания. Вот я помню, что у нас там в Украине... В Янакиево, это родина одного из президентов Украины Януковича. И там стоит, есть церковь православная, которую он построил. Он так что-то хотел сделать, чтобы что-то, очевидно, перед Богом для неба заслужить. Однако Слово Божие говорит, что спасение нельзя заработать делами. Об этом прямо написано. «Ибо благодатью вы спасены» – это Ефесянам 2 глава 8-9 – «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
Спасение нельзя заработать делами, мы это, я думаю, понимаем все. Спасение нельзя заслужить доброй или хорошей жизнью. Почему? Библия учит, нет праведного ни одного. Многие люди на земле ведут откровенно греховный образ жизни. И вы знаете, таким людям легче согласиться с тем, что они грешники. И что им нужно спасение, им нужна в этом Божья помощь. Однако есть достаточно много людей, которые стараются жить по высоким моральным законам, которые стараются соблюдать законы общества, законы государства. И таким людям трудно, порой бывает в их гордости, за этим стоит гордость человеческая, но таким людям труднее порой понять, что они действительно являются грешниками, и им лично также нужно спасение от Бога. Однажды герцогиню Бекингем пригласили послушать проповедь Джорджа Уайтфилда. Это был английский проповедник 18 столетия, один из основателей церкви методистов. И герцогиня вот так ответила, ее ответ сохранился в истории. «Чудовищно слышать о том, что ты так же грешна, как обычные негодяи, наполняющие землю. Это в высшей мере оскорбительно». Эта знатная женщина посчитала для себе добрую весть, Евангелие, добрую весть о спасении по вере Иисуса Христа оскорбительной, что она нуждается в таком вот спасении, в подарке, как прочие негодяи, которые на земле живут. Это было в 18 веке. Можно вспомнить другое время, 90-е годы, начало 90-х годов, и один из наших сокурсников, он был родом из небольшого шахтерского поселка на Донбассе, и там люди на улицах знают друг друга. И он какое-то время отбыл в тюрьме, потом покаялся, стал учиться в христианском учебном заведении, в колледже, и там служение в церкви совершает. И говорит, я зову людей, иду в дом молитвы и приглашаю людей на служение. Они отвечают, хорошо, хорошо, иди, тебе нужно идти. А у нас и так все хорошо. То есть церковь, Бог нужны для тех, кто грешники, кто негодяи, кто бедные, кто нищие, а у нас и так все хорошо. Вот ошибка таких людей в том, что они сравнивают себя не со святым Богом и его стандартами, а с другими людьми вокруг себя, ищут тех, кто хуже их, и таким образом оправдывают себя. И у людей нет правильного представления о Божьих требованиях, о Божьих стандартах, о Божьей праведности. Нечто подобное похоже на то, как то, что мы переживали. Я в молодости работал на шахте угольной. Вы понимаете, там, где угольная шахта, там много пыли, это пыль черная. И там все, которые опускаются в шахту, работники, они все выезжают грязные, черные все. Но разные люди есть в шахте, разные места для работы. Есть забой в шахте, там, где действительно уголь добывают. Там, где сильный ветер, вентиляция, чтобы не было газа. Там, где очень много пыли, порой там и влажность. Плюс люди работают тяжело, это люди потеют, они все черные. И поэтому, когда они выходят уже к шахтному стволу, это такой вертикальный лифт, где люди опускаются, поднимаются из шахты, они все черные, и одежда, и лица, и руки, только белки глаз и зубы белые. Есть люди, которые работают возле этих стволов, на свежей струе, как говорится. Там меньше пыли, меньше грязи, они намного чище. И поэтому, когда эти люди стоят внизу под землей, ожидая уже выезда на поверхность, то есть грязные, а есть чистые. И чистые даже не хотят в одной очереди стоять с грязными, чтобы не замараться. Но когда мы выезжаем все на поверхность, днем на солнечный свет, мы видим, что мы все грязные, и всем нужно идти в баню. Вот неким образом люди, желая оправдать себя, они сравнивают себя с другими людьми, которые грешнее их, и говорят, мне не нужен Бог, я и так чистый, я и так не сравним с другими людьми. Но если мы все посмотрим на себя в свете Божьей святости, Божьей праведности, мы все грязные, и тогда мы соглашаемся с пророком Исаией. Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Спасение нельзя заработать делами. Спасение нельзя заслужить святой жизнью. Спасение нельзя купить за деньги. Некоторые богатые люди думают, что они могут
приобрести спасение или какую-то особую милость для себя, для своего дома, жертвуя свои средства на церковь или на благотворительность. Когда у нас здание семинарии строилось и обустраивалось, то кто-то из местных уже как бы бизнесменов какую-то сумму пожертвовал одну на одну из частей строительства только потому, что он из бывших, он в прошлом криминальный авторитет, может быть, таким и остался. Вот. И для него это как святое дело, на Божье дело пожертвовать. Вот поэтому где-то есть деньги в строительстве семинарии от криминального авторитета, небольшая сумма. И мы знаем из истории Европы, что в средневековые времена в Римской католической церкви была распространена индульгенция, то есть отпущение грехов за деньги. И вот такое понимание, что спасение можно как-то полностью или частично купить, оно является не просто заблуждением, оно является большим грехом, потому что Божьи дары не покупаются и не продаются. Когда в Самарии некий Симон хотел получить Божий дар за деньги, апостол Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Спасение и жизнь вечная – это Божий подарок, который нельзя заслужить, нельзя заработать, нельзя купить, его можно только принять как подарок. И Господь сегодня призывает всех людей: жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Это Откровение 22:17. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Жизнь вечная – это Божий подарок, об этом мы говорим. Однако каждый подарок можно принять, а можно не принять. Подарок невозможно вручить насильно. Я вспоминаю историю со второго класса, я запомнил по-детски, потому что я как-то подумал, что будет с этой девочкой. Был день рождения нашего классного руководителя, это второй класс, и одна девочка принесла чайный сервиз, какой-то небольшой подарок, родители передали ей. А там оказалась одна чашка без ручки отбита. Как-то девочка несла, отбила. И преподаватель, женщина говорит, что нельзя дарить разбитую посуду, забери. Вот я не знаю, каким лицом эта девочка пришла домой. То есть учитель не захотела взять этот подарок, который родители через ребенка передали. Можно вспомнить примеры из политики, из гражданской жизни, когда некоторые люди, как называются сознательные граждане, не принимают какие-то награды или поощрения, призы от правителей, которых они не уважают, из политики, которой они согласны. Можно вспомнить примеры из спорта. Так, если вспомнить, может быть, позапрошлый чемпионат мира по футболу, сборная Хорватии заняла второе место, но один из игроков этой сборной, у которого получился конфликт внутри сборной, он отказался принимать эту медаль. Хотя спортсмены для этого, как бы, это цель всей жизни. То есть подарок мы получаем даром, но от подарка можно отказаться, его нельзя вручить насильно. Равным образом, жизнь вечна – это Божий дар, но его нужно принять. Мы уже прочитали слова: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Даром дается вода жизни, жизнь вечна даром дается, но человек должен взять этот подарок. Как это можно сделать? Как можно взять Божий подарок? Для того, чтобы принять Божий дар спасения, во-первых, необходимо признать свою нужду в спасении. Господь Иисус Христос сказал о себе: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Люди, которые не признаются, что они погибшие, они не поймут этого. Им это не нужно, они это не примут. Только тот человек, который признает, что его праведность как запачканная одежда, что он является погибшим грешником, только такой человек может увидеть и свою нужду в спасении, и свою неспособность заслужить такое спасение и исправить ситуацию.
Поэтому для того, чтобы принять Божий дар спасения, нужно признать свою нужду в этом, а потом нужно попросить об этом Бога. Когда-то Иисус сказал женщине-самарянке: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». То есть нужно брать воду жизни, нужно просить у Бога об этом и просить Бога о даре вечной жизни, о прощении грехов можно и нужно в молитве покаяния. Апостол Петр призывал к этому в день сошествия Духа Святого: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар, подарок Духа Святого». И первое слово, ответ апостола на вопросы евреев, как нам, что нам делать, чтобы спастись, первое слово – «покайтесь». Божий дар – это спасение, это жизнь вечная, и этого не нужно зарабатывать. Для принятия этого подарка нужно только признать себя грешником и попросить у Бога прощения, молитвы, покаяния. Означает ли это, что Божий дар ничего не стоит? Нет. Напротив, нет ничего во Вселенной, чтобы стоило дороже, чем Божий дар спасения. Это самое дорогое, что есть во всем мире, во всей Вселенной и во всей истории. Цена спасения – это то, что сделал Бог. Это Божья жертва. Бог, Отец, пожертвовал своего Сына. Для нашего спасения Бог не пощадил своего единственного, любимого Сына и отдал Его на смерть, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Для нашего спасения Бог своего святого Сына сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Цена спасения – это Божья жертва. И цена спасения – это уничижение, страдание и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос, подумайте о том, что Он сделал, будучи вечным Богом, находясь в вечной Божьей славе. Он так Себя уничижил, так унизил, так опустошил, что стал жить, как один из нас, жизнью творения. Больше того, Он позволил грешному творению убить Себя, издеваться над Собой, смеяться над Собой. Написано, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Ниже уничижение просто невозможно представить. Для человека это унизительно – быть убитым незаслуженно. Для человека это унизительно – особой позорной смертью умереть. А смерть на кресте – это самая мучительная и самая позорная смерть и в глазах римлян, и в глазах иудеев. А для Бога это. Само воплощение для Него уже было уничижением. А потом еще и послушание – и в семье, и в обществе, и правителям, и языческим правителям, а потом смерть, и самое мучительное, и самое позорное. Иисус Христос стал Божьим ягненком, который взял на Себя грех всего мира и, как Божья жертва, умер за нас на Голгофском кресте. И это первый крест, без которого невозможно наше спасение. Это крест нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Цена спасения – это Божья жертва. Цена спасения – это смерть Господа Иисуса Христа. Цена спасения нашего – это также служение Бога Духа Святого. Вот подумайте только, уже 2000 лет этот кроткий, святой Бог Дух Святой терпеливо и настойчиво что делает? Свидетельствует об Иисусе Христе, так написано. Дух Святой обличает мир о грехе, о правде, о суде, призывает ли к покаянию и к принятию веры этого Божьего подарка. Возможно, есть в нашем собрании люди, которые уже месяцами, годами или десятилетиями приходят сюда с родителями или просто в гости и слушают Слово Божье,
И все это время Дух Святой старается коснуться вашего сердца и разума, чтобы вы смирились перед Богом и приняли дар Божьего спасения. Божий дар людям бесконечно велик. Это прощение грехов, всех грехов, избавление от наказания за эти грехи и вечная жизнь на новом небе, новой земле со святым Богом. Бесконечно велика и цена, заплаченная за этот Божий дар. Это жертвенность Христа, это любовь, милость и долготерпение Бога Отца, Сына и Духа Святого. И вновь повторяем, спасение и жизнь вечная – это дар Божий, который не нужно зарабатывать. За наше спасение высочайшую цену заплатил сам Бог. Однако за принятие дара спасения также нужно быть готовым заплатить высокую цену. Еще живя в теле на этой земле, совершая свое служение, Иисус сказал, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Евангелие Матфея 16:24. «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Спаситель и Господь Иисус Христос назвал в этих словах своих два условия для тех, кто хочет идти за Ним, кто хочет иметь этот дар Божий спасения. Вот первое условие – отвергнись себя. Отвергнуть себя ради Иисуса Христа – это значит отказаться от своих интересов, живя здесь на земле, от того, что нам мешает служить Богу и идти за Ним. Вот лучший пример самоотвержения и следования за Христом оставил нам апостол Павел. Это был Савл, это был человек, который имел многое, очень многое и в римском обществе, и в иудейском обществе. Высокообразованный, можно сказать, высокопоставленный, хорошего происхождения, хорошего научения. И он так написал о себе. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитаю тщетою или ущербом ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Это говорит человек, который уже имел дар Божьего спасения, он подарок уже получил. Но он говорит о себе, о своей жизни, о служении. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Поэтому первое условие для тех, кто хочет взять Божий подарок, идти за Христом, это отвергни себя. Второе условие в словах нашего Господа – возьми крест свой и следуй за Мной. Вот второй крест нашим спасением, нашей христианской жизни. Первый крест, без которого ничего не было бы, это крест нашего Господа Иисуса Христа. Однако, и у нас с вами есть свой крест. Нести свой крест, следуя за Христом, значит быть готовым страдать и умереть за Ним. Это именно то, что люди переживают, следуя за Христом. Это не тяготы этой земной жизни, которая есть у разных людей. Это не война, которую переживает вся Украина и все народы, которые рядом находятся. Нет, крест, о котором Господь, это то, что христианин переносит, и к чему он должен быть готов, когда он идет за Христом? Это готовность за Христа пострадать, это готовность за Него умереть. И мы вновь можем вспомнить апостола Павла, который так говорил о себе. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». То есть это другая жизнь, наполненная другими целями, другими стремлениями, другими понятиями, другими отношениями. Мы должны понимать и помнить, что, с одной стороны, Божье спасение настолько велико, что никто из людей не способен его самостоятельно приобрести. Мы не можем даже частично свою вечную жизнь заслужить, поэтому нужен подарок. И великую цену за этот Божий дар заплатил сам Бог. Мы получаем вечную жизнь как подарок. Это с одной стороны. С другой стороны, следование за Иисусом Христом –
оно также дается большой ценой. Мы не можем заслужить или заработать свое спасение, но мы можем и должны быть готовыми отдать за него все, что имеем. Дар – это такая высокая цена следования за Господом. Для нашего спасения Господь Иисус претерпел свой крест, свои страдания, свою смерть. Для следования за Господом Иисусом спасенный им апостол Петр претерпел свой крест. Апостол Павел, апостол Иаков, служитель церкви Стефан и все другие апостолы и многие-многие другие христиан из христиан претерпели свой крест. И у каждого из нас также есть свой крест. Каждого из нас Бог ведет своей дорогой за собой. Поэтому, с одной стороны, спасение принять очень просто. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. С другой стороны, принятие спасения и следование за Христом требует очень серьезного решения. Господь Иисус предупреждал тех, кто хотел быть числе Его учеников. Матфея 8:20. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Евангелие Луки 14 глава 26 стиха. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». И стих 33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Иисус Христос ставит такие высокие требования, чтобы Он был главным в нашей жизни. Главнее, чем семья наша. Главнее, чем то, что может быть самым дорогим для нас в этой жизни. Один из братьев рассказывал с кафедры такой пример, что он стал свидетелем того, как в условиях войны, ну, между молодыми братьями в церкви, там возник какой-то церкви, не в нашей церкви, не знаю, какой это именно, спор. И один из братьев очень, ну, стал сильно нападать на других братьев за то, что они как бы войну не поддерживают и прочее, и прочее. Такой воинственный разговор повел. Вот, этот брат говорит, проповедник, я потом к нему подошел и говорю, как, зачем так себя ведешь, зачем так агрессивно говоришь эти вещи все? Он говорит, потому что я, во-первых, украинец, а потом христианин. А брат говорит, я ему сказал, если ты не, во-первых, христианин, значит, ты вообще не христианин. То есть нельзя быть, во-первых, кем-то еще, а потом только христианином, или быть наравне. Если я не, во-первых, христианин, если не отрешился от другого, значит, я вообще не христианин. И нам нужно понимать это Божье требование к тем, кто хочет получить Божий дар спасения и следовать за Господом в этой жизни и в вечность. Мы с вами говорили о том, что для спасения и принятия дара вечной жизни необходимо покаяние. И важно понимать уже нам, братьям и сестрам, членам церкви, что покаяние должно распространяться на всю нашу жизнь. Покаяние – это не только сожаление о прошлой жизни, а уже совершенных грехах, чтобы Бог простил нам их. Покаяние – это наша перемена, метаноя, перемена ума, перемена наших мыслей, намерений относительно всей нашей будущей жизни. При покаянии я прошу Бога о прощении моих грехов и прошу силы больше не грешить. При покаянии я прошу Бога простить мою прошлую жизнь и прошу Бога дать силы мне изменить мою дальнейшую жизнь, чтобы жить жизнью угодной Ему. Дар спасения, дар вечной жизни – это великая тема и самая радостная новость из всех возможных тем и новостей. Однако мы говорили сегодня много о крестах, о кресте Христа, о кресте христианина, об отвержении себя. Почему так нужно говорить?
Потому что пока мы на земле, мы уже спасенные, принявшие дар Божьего спасения, тем не менее мы живем еще в неискупленных телах. И мы еще согрешаем, к сожалению, и много согрешаем, пишет не кто-нибудь, а апостол Иоанн. Потому что мы об этом должны говорить, потому что мы живем еще в этом грешном мире, в безбожном мире. Поэтому пока мы живем на этой земле, Слово Божье учит, мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение и нести свой крест. Но, братья и сестры, никакие страдания, никакие трудности, ограничения христианской жизни не должны нас лишить радости. Радости получения подарка от Бога, этого дара жизни вечной. Будем помнить, что за несением креста в этой временной земной жизни стоит великий Божий дар – жизнь вечная с Богом. Дорогие друзья, может быть, сегодня есть кто-то в доме молитвы в нашем, кто еще не принял этот Божий дар, дар вечной жизни, дар прощения грехов. Если вы этого еще не сделали, вам нужно покаяться, попросить у Бога о прощении грехов и о даровании жизни вечной. Братья и сестры, члены церкви, как мы несем свой крест? Готовы ли мы говорить людям о том, что мы христиане? Готовы ли мы отстаивать Божьи христианские ценности, понятия в этой жизни? Готовы ли мы учить чистому Евангелию? Господь Иисус сказал: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Благодарение Богу за неизреченный дар Его». Будем молиться, встанем для молитвы, и у кого есть побуждение, пожалуйста, поблагодарите Бога за спасение.